Короче, пацаны, передаю привет вот этому чуваку, Дмитрию Сибергешеву. Смотрите, я просто бешеный видеоблогер, смотрите, ноль дизлайков. И здесь ноль. Я вообще бешеный, я... Короче, в прошлом видосе мы гоняли. В прошлом видосе мы гоняли с Костей, с Артемом и с Макарчиком. Все норм было. Мы короче, час катнули, потом вышли в магаз, опять приехали. Потом опять вышли. Короче, мы раза четыре туда-сюда ходили. Все было норм. Самокатером на снег. Я эту фирменную фразу такой, что мне на нос большая снежинка падает. Все, давай же сходим. Вот это все, оно нифига! Короче, пацаны, у меня тут 1,5 косаря подписчиков, да? Ну вот, видите, да? Бешеное, короче, количество. И YouTube в творческой студии, короче, говорит, что у меня 2000. Две! Серьезно? Так, по этому поводу сейчас устроим праздничный обед. Короче, я тут покушать купил. Видите, это тарелка челлендж. Она ровненько стала, короче. Все нормально, пацаны. Не ссыте. Так. Я открою это. Я родился! О, ты, привет! Тип. Yeah.
Привет, ребят. Короче, вот так у меня проходят будни примерно. Сейчас где-то 6 часов вечера. Я еду домой по снегу. Ну такое чисто очень скользко, а так нормально. Короче, сейчас я приду домой, и мне сделать огромную тучу уроков. А, ну да, так вот, я кому-то говорил. В общем, мне в этом году поступать, сдавать экзамены. И поэтому я тут сокращаюсь немножко по количеству видосов. Ну ничего, будем снимать и выпускать. В конце концов, трансляции. Вот. А еще переходите на мой Перископ. А, потому что трансляции еще будут там. Такие дела. Спасибо, что посмотрели видос до конца. Всем удачи и всем пока.